Всем привет! Вы на канале Топ Армия. Решение России разместить ядерное оружие в Белоруссии выявило главную проблему Европейского Союза. Об этом написали авторы китайского издания Сохо. Китайские аналитики напомнили, что несколько дней назад Владимир Путин сообщил, что первая часть тактических ядерных снарядов уже доставлена в Белоруссию, а полностью размещение будет завершено к концу года. Об этом президент сообщил в ходе ПМФ 2020-2023. Конечно, цель размещения Путиным ядерного оружия в Белоруссии не в том, чтобы все уничтожить, констатируют авторы издания. Однако это очень серьезный шаг, который поможет сдержать от необдуманных поступков некоторых европейских членов НАТО, особенно Польшу, которая граничит с Белоруссией. И, разумеется, европейским противникам России эти новости не пришлись по душе. Но, как полагают эксперты из Китая, странам Евросоюза стоит задуматься не столько о рисках, связанных с прибытием первой партии российского оружия в Белоруссию, сколько о реакции на это событие со стороны Соединенных Штатов Америки. Авторы издания считают, что Европа должна осознать бессовестность Вашингтона. Самое смешное в этом инциденте – это реакция США. Видите ли, когда младшим братьям угрожают, все они рассчитывают на помощь своих старших братьев. Поэтому в глазах европейцев США должны предпринимать какие-то действия для обеспечения безопасности европейских стран, говорится в издании. Однако Белый дом ограничился лишь тем, что осудил Россию. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, он не думает, что Россия применит ядерное оружие, и США не станут из-за этого корректировать свою ядерную позицию. Старший брат не появляется, а что младшие братья? Тогда они могут только обняться и вместе дрожать от страха, иронизируют обозреватели китайского издания Сохо. Также они считают, что европейским вассалам США стоит задуматься над ситуацией, причина по которой Соединенные Штаты отреагировали таким образом, заключается в том, что независимо от того, как Россия развернется дислоцирование в Беларуси оружия, угроза будет только Европе. Если Россия разместит тактическое ядерное оружие на Кубе, вы можете увидеть, как отреагируют Соединенные Штаты. Штаты, пишут издание Сохо. Из всего этого можно сделать вывод, что США вообще наплевать на жизнь и смерть Европы, не говоря уже о кое-какой стране. И именно это главная проблема Европы, которую выявило решение России разместить свои тактические ядерные заряды в соседней стране. А что по этому поводу думают зрители канала Топ Армии? Обязательно поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока-пока.